Всем привет! Сегодня я расскажу, как в программе для записи Mirrorless Action включить поддержку Intel QuickSync Video. Поехали! О программе Action вы можете посмотреть на сайте, ссылка будет в описании. Для того, чтобы работал Intel QuickSync, нам необходимо: первое, процессор с поддержкой Intel QuickSync. Для этого заходим на сайт Intel, выбираем свой процессор, смотрим спецификацию. Там должна быть поддержка Intel QuickSync. Второе. Нам нужна материнская плата с поддержкой вывода интегрированной графики. Смотрим свою материнку на сайте. Там будет указана поддержка Intel QuickSync. Также нужна поддержка VirtuMVP. Третье. Нам нужна программа VirtuMVP. Заходим на сайт, ссылка будет в описании, и скачиваем последнюю версию на данный момент 3.0.108. Для Windows 8.1 я рекомендую установить именно ее. Нажимаем скачать. Она скачивается. У меня она уже скачалась, я отменяю. Вы же докачиваете, устанавливаете. Все по умолчанию в процессе установки. После перезагружайтесь и заходите в BIOS. Итак, мы зашли в BIOS. Первое, что нам нужно, включить видеографику от Intel. Для этого заходим в Advanced System Agent Config, включаем Memory Remap Future и переходим в Graphics Config. Выставляем все, как показано на скриншоте, сохраняем изменения и перезагружаемся. Вот мы перезагрузились, у нас появляется Intel Computer MVP 2.0 на рабочем столе. Либо он находится в меню «Пуск» с таким же названием «VirtuMVP». Также, после включения в BIOS Intel графики, желательно проверить диспетчеры устройств, видеоадаптеры, что она появилась, и сразу же здесь обновить драйвера, либо скачать с сайта Intel. В Windows 8.1 автоматически устанавливаются драйвера. У меня уже все обновлено, вам желательно обновиться. Запускаем программу VirtuMVP. Здесь она показывает, что у нас есть графика от Intel и ваша дискретная видеокарта. В параметрах выключаем все. Заходим в аппликацию, чтобы добавить программу Action. Жмем «Добавить», выбираем ярлык, у нас это Action. Открываем и меняем свое название на Action без восклицательного знака. Ставим чекбокс напротив интегрированного режима и жмем ОК. Далее проверяем ярлык в программе. И вот так должно выглядеть у вас. Включен интегрированный режим и активировано. Включаем программу MVP, сворачиваем, открываем Action и... смотрим, что получили поддержку Intel QuickSync Video с включенным MVP. Для проверки выключаем MVP, заходим обратно в Action, и тут уже у нас нет поддержки Intel. Итак, способ второй. При отключенном MVP включаем Action и смотрим, что поддержки нет. Выходим и жмем правой мышкой по рабочему столу и выбираем разрешение экрана. Тут жмем «Найти». Появляется один или два экрана. В пункте «Display» выбираем «Доступен выход на Intel HD», ну 4000 у меня в данном случае. А где написано несколько дисплеев, выбираем в любом случае подключиться к VGA и применяем. Далее нужно расширить наши дисплеи, сохраняем изменения и сразу же, если нажать на рабочем столе правой кнопкой мыши, появится два ярлыка от Intel. Это означает, что графика от Intel включена.
Далее заходим в Action, и у нас появляется поддержка Intel QuickSync Video. Единственный минус, мы не можем сделать вот так с окнами, а-ля Total Commander. Слева работает, а справа нет. Почему же? Потому что окно уходит на правый виртуальный рабочий стол. Чтобы было все как надо, берем второй монитор и тянем вниз. Он автоматически прикрепится к углу. И применяем. И проверяем, что все работает. Это не влияет на работу Action. Поддержка осталась. Также в режиме экспорта она присутствует. На этом все. Спасибо за внимание. Ставим пальцы вверх и подписываемся. До новых встреч!